Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте вести-тамбов.ру. Мы с вами встретимся в 19:30 на телеканале «Россия-24». А с теми, с кем не встретимся, с наступающим! Уважаемые жители Тамбовской области, кажется, совсем недавно мы с вами встречали 2000-й. А уже наша страна вступает в 20-й год нового тысячелетия, в 2020 год. Оглядываясь на путь, пройденный в году уходящем, мы без пафоса, но и без ложной скромности можем сказать, на сделанное всего за один 19-й год прежде пришлось бы затратить, пожалуй, не одну трудовую пятилетку, а может быть и десятилетие. Но ведь это все благодаря вам, дорогие мои земляки. Да-да, благодаря вашему неустанному труду во многих уголках Тамбовской области реализуются важные в нашей жизни проекты. Меняется к лучшему и качество жизни тамбовчан. Входят в строй новые предприятия и жилые дома, детские садики, школы, прокладывают современные автомобильные дороги, открываются библиотеки, кинотеатры, дома культуры, спортивные объекты. Растет регион, растет и страна. Спасибо всем, кто проводит эту плодотворную работу, добиваясь развития экономики, науки, техники, агропромышленного комплекса, экологии, позитивных перемен в здравоохранении, просвещении, социальной и культурно-бытовых сферах, во всех направлениях нашей жизни. Но поэтому сказано, покой нам только снится. Поставленные большие и серьезные задачи президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, связанные с претворением в жизнь целого ряда национальных проектов, каждый из которых, безусловно, важен, нужен, необходим нашему Отечеству, а значит, каждому из нас. Экспресс преобразования должен двигаться вперед, четко, без задержек и остановок, как по Крымскому мосту. Уверен, это в наших силах, потому что мы вместе. А поэтому мы уверенно смотрим в будущее и не страшимся никаких преград. Пусть добрым и счастливым будет для вас, уважаемые тамбовчане, новый 2020 год. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем, радостью, детским смехом, новогодними сюрпризами, а между людьми царит доверие и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов. С новым 2020 годом, дорогие друзья! Уважаемые земляки, жители нашей благодатной Тамбовщины, сегодня, в преддверии самого волшебного праздника Нового года, хочу не только от себя лично, но и от всех депутатов Тамбовской областной думы поздравить вас с этим замечательным праздником, а также с Рождеством Христовым. Хотелось бы пожелать вам всем счастья, здоровья, достатка в ваших домах и, главное, мирного неба над головой. Будущий 2020 год очень важный для истории всей России. Это год великой победы советского народа в Великой Отечественной войне, когда наши прадеды, не щадя своей жизни, освободили не только Россию, но и всю Европу от фашистской чумы. Мы должны об этом помнить. Об этом должны помнить и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки. Только памятью будет сильна Россия, которая никогда не побеждала с врагом, и, я уверен, никогда не будет победима. С праздником еще раз вас, дорогие друзья! Дорогие мои тамбовчане, позвольте поздравить вас с наступающим 2020 годом и самым светлым праздником Рождества Христова. Год был нелегким. Однако сегодня можно четко сказать, что 2019 – год развития и созидания. Мы пережили много трудностей, но он был светлым, радостным и ярким на события. Родилось три тройни. Это удивительное достижение, радостное для всех нас. 2019 год был годом созидания. Мы вместе с вами во время визитов префектуры обсуждали проблемы, находили пути их решения, строили планы на светлое будущее. Дорогие мои тамбовчане, что такое Новый год? Это время чудес. Я от всей души желаю вам чуда настоящего. Я желаю вам, чтобы семьи, близкие были живы, здоровы и счастливы, чтобы на работе вам сопутствовала удача и успех, чтобы, выйдя на улицу, ваш замечательный выходной день, вы еще больше влюблялись и влюбляли своих близких. Дорогие тамбовчане, приближается новый 2020 год. Каким он станет, что он принесет, во многом зависит от каждого из нас. В планах немало важных
и ответственных решений. Безусловно, главным событием года станет празднование 75-летия Великой Победы. Уверен, что 9 мая станет самым душевным и незабываемым праздником, который все мы вместе в едином порыве встретим с чувством патриотизма, глубокого уважения и гордости за подвиг советского солдата. В 2020 году нам предстоит выбрать губернатора Тамбовской области и новый состав Тамбовской городской думы. Верю, что этот год принесет в каждый дом покой и достаток, а в каждой семье будут царить любовь, взаимопонимание и домашний уют. Желаю встретить этот праздник в кругу самых дорогих и близких вам людей. Пусть под бой курантов исполняются самые заветные мечты. От депутатского корпуса Тамбовской городской думы и от себя лично поздравляю вас с самыми светлыми праздниками. Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!